Я думал, мы едем работать, фэшн снимать, а вы... Что я? У меня плотный график. Сень, времени совершенно нет просто так позировать. Я все-таки предлагаю поехать в парк. Да какой парк? Ну что там в этом парке? Нет, так не пойдет. Хочешь нормальных фотографий, поехали на работу. Я знаю ваше отделение. Там ни света, ничего. Ты фотограф или где? Ну сделай так, чтобы было. Поехали. Давай, давай, рули к полиции. Надежда, все-таки мы едем в парк. Полицию. Ну какая полиция? Я сказала, едем на работу. Знаешь что? Ведь мы не такси. И вообще, я думал, ты настоящий полицейский, а ты раздутая. Вот с таким вот самомнением.